Всем привет, друзья! С вами Неломоп. Мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Lego The Hobbits. Итак, мы остановились на этом моменте, когда на нас напал Смог, дракон здоровенный. Ой, я случайно своего братана рубанул. Почитаем. Так, если вы решили отдохнуть от игры, сохраните свои успехи с помощью статуи сохранения. Еще раз, не успел дочитать. Нажмите 3, чтобы ее задействовать. Все, давайте троечку сейчас возле статуи нажмем. Вот, сохранить и продолжить. Какой кнопкой? Не знаю, Enter. О, кажется, оно сохраняется. Статуя рухнула. Но мне кажется, игра слишком громко звучит. Это музыка. Я давайте сделаю чуть-чуть хотя бы потише. Поехали, продолжаем. Да здравствует война со Смогом. Так, что это такое? А у меня какие-то... Ну, рубани ее. С помощью цепа, например, такого как у этого нашего персонажа, можно цепляться за золотые лего-крюки. Понял. Нажимайте 3, чтобы притянуть к себе лего-крюк. Так, это наш персонаж, который может лего-крюк использовать. Смотрите-ка, вот раскрутил. Оп! Нет, это не то. Просто нажать. О, видите, он цепанулся. 3 кнопку надо много раз нажимать, и он разрушивает какое-то сооружение. Значит, этот персонаж с такой штуковиной, которая... Не, ну он как бы прикольный, но мне не нравится, что он так это крутит. Мне это не впечатляет. Можно другого выбрать? Я хочу, чтобы ты поменял оружие. О, топором. Поехали, топором мы еще сегодня... Отстреливается, отстреливается, мои воины. Ой, дракон жесткий. Ой, дракон жесткий. Все опять завалил. Все испортил нам драконяра такой. Нехороший человек. Так, идем. Смотреть цифры. 1. Бум. О, нормально. Бахнул так. Это можно тоже разрушить. Эти скульптуры замечательные. А ну с дороги. Кыш. Некоторые герои, например, могут действовать в паре. Нажмите 3. Чтобы объединиться с напарником. Затем 1, чтобы разрушить большую треснувшую пластину. 3, 1. Ну не знаю, мне пока не получается. Нажмите сначала 3, потом 1. Ничего не объединяется. Давайте еще раз почитаем, ничего не понял. Некоторые герои, например, ага, я просто не того. Нет, того. Могу действовать в паре. Нажмите 3, чтобы объединиться с напарником. Затем 1. Цифра клавиши, цифра клавиши. Чтобы разрушить большую... Ну, 3 и 1 нужно нажимать. Я понял. 3. 3. О, объединились. О, они друг на дружке на голову залезли. Потом 1. Нажимаем. Ну, бомбите, давайте. Он туда что-то... Ага, они в замедленном режиме работают. Не, не прикольно смотрится, когда друг на друга залезли. Ничего себе! Это что? Это я не совсем обратил внимание. Это дракон так разбомбил хвостом, что ли? Кусок. Это чего это так отлетел? Это мы можем разбить. Они вдвоем здорово довольно-таки справляются. Так, тут нужно тянуть. Так, ты у нас тянет. Это тянет. Цепляй. Чикс. 3-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 3. Дырка. Так, это, наверное, нужно будет снова сейчас вдвоем, наверное, это пробивать, эту стенку. Попробуем вдвоем. Допустим, 3, 3, 1. А что не объединяется? Может, надо подвести ее поближе? 3. О, надо, чтобы они вдвоем стояли. О, они друг дружка взялись. Теперь 1. А оно не пробивается. Как это поднять, эту штуковину? Ну, загадочная штука, согласись. Там секретка. Мы видим, что там секретная какая-то... Секретная штука. Ой, я своего брата цепанул. А может быть надо, чтобы он поменял оружие? Какой-то булавой бахнул это дело. А может быть ты должен туда... Просто не подсказывают. Ты должен тут поменять свою цепочку. Цепучку и своей цепануть за это дело. Нет? Ну пока... Как это поднять, пока я не знаю. Пока ничего. Может где-то какой-то рычаг будем чуть позже там нажимать? Так, поменяй пока что на меч. А, топор еще есть. О, это можно разрушить. А, тут надо прочитать. Некоторые герои, например, вот эти могут действовать в паре. Но это я уже знаю. Давай подействуем в паре. Рубим. Давай. Может, надо запрыгнуть наверх?
Давайте. Покажите класс. А ну-ка. Баба. Преграду разбили. А, это все наши войска внизу. Так, там кто-то... А, это же дракон ломится. Я думаю, кто-то там ломится. Дракон ломится. В паре действуем. Сейчас будем, скорее всего, драться с драконом, ребят. Он пока... Вон, наши все ребята кричат. О, да здравствует король. Он сейчас чувствует, дверь эти разломает. Да. Ой, боже, ну и ручища. Лапа, я бы сказал. Лезет, лезет. Наше королевство. Пожаловал гость. Как мы будем с ним бороться? Пока что себя даже представить не могу. Он же здоровенный такой. Огненный дракон. Что делать? Ага. А что с камнем можно предпринять? Что можно... Как ее можно применить? Он хочет ее спрятать. Так, унес он его. А рыцари пока бегут воевать. Без счета жизней он собрал в тот день. Чего? Я не так прочитал, да? Может, вы там писали, типа, что много... Все в огне, как будто бы, да? Так, у меня и оружие. И лупи это все добро. Нельзя разбить. Огонь горит. Тут можно сохраниться, да? Тройка? Один? Ой, я у него забрал... Оружие. Подождите-ка, у охраны забрал. Получаю. Я думал, тут сохраниться можно будет. Так, эти двери нам не вскрыть. Это дело нам не разломать. А что я делаю? Что-то собираю, непонятно что. Что я собираю? Что? Ага. Ну. Что-то такое, я не понял. Какое-то что-то закупоренное. И что такое? А, это вход в пещеру, что ли? А, мы собираем какой-то таран, чтобы двери открыть. Наверное. А теперь возьмем сейчас эту штуку. И сейчас ей, наверное, бомбанем по этому делу. А ну-ка. О, Эврика. Так, ну мы не будем пока спешить. Давайте все. Тут вон... А, огонь не пускает нас туда пройти. Тут тоже огонь. Просто видите, в чем прикол? Ой, я своего братана рубанул. Цепочка. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы видите, в чем прикол? Там как-то можно туда добраться. Там тоже какая-то секретка. Но я пока не, даже не могу себе представить, как туда залезть. Ну, видимо, как-то можно так пробраться аккуратненько. Если так, оп-оп-оп, прыжочки, прыжочки, прыжочки. О, и обошел тут все. А туда что-то меня вообще не пускают. О, безобразие. Я нашел способ туда добраться. Что-то все бегут, все в ужасе. Так, все в печали. Ну ладно, пойдемте уже в этот проход. Скорее всего, сюжетка наша будет там нас ждать. Туда и пойдем. Открыли, открыли. Ну туда я не залез, к сожалению. Как-то огонь вот не можно послушать. Идемте туда. О, это подземелье гномское. Тут они собирают самые драгоценные сокровища. Опа! Чтоб дракон уже там? Да че ты рушишь колонны, дракон? Зачем ты рушишь колонны? О, сокровищница. Этот меч, это неуклюжее оружие. Давай мечом лучше. Меч быстрее рубит. О, кубки всякие вон. Поехали. Так, три. Ага. Памятник здоровенный золотой. Ну, я клацаю. Сбросили. А, мы сделали для себя мост, я понял. Сделали для себя мост, чтобы туда наверх попасть. Так, это надо прочистить. Прочистить путь. Три. Что опять? А, что он туда за... Не понял. Что-то собирает. Что он там собирает? А, мы тонем в золоте. Ага. Его настолько золота много, что мы прям в нем тонем, как в какой-то лаве. А дракон там в этом золоте купается. Но он же ж любит золото, понятное дело. Так, идем дальше. Идем, пошли. А мост такой не сильно устойчивый, я вам скажу. Так, тут надо ударить. Проверить, что там за подсказка. Например, такого, как у этого, можно цепляться золотые крюки.
цепляться за золотые круги. Еще раз, я не дочитал до конца, видимо. Так, может быть, за золотые лего-крюки. Нажмите 2, а затем в прыжке 1, чтобы зацепиться. Угу. А, нужно же переключиться на цепь. Переключаемся на цепь. Прыжок и 2. Ой! Ну, жизнь теряется. А где? А, вот, все, понял. И пятерка. А, пятерка, чтобы остальные за него цеплялись. Или что? О, уже вдвоем катаются. Теперь ты давай. А, они дружку переправляют. Я понял. Так, что теперь нажать? Пятерку? О, перелезли. Боже, это было экстремально. Я как-то не совсем сообразил, как это оно все произошло. Не запомнил, какие кнопки нажимали, но справились. Так, здесь что? Здесь та же ситуация, как я понимаю. Берем нашего этого... Что там у него? Цепочка. Ага. Так, и ты должен тут тоже цепануться. А, это кто такой? А, то... Трор упал. И у него выпала эта самая большая драгоценность. Это камень. Походу, дракон ее сейчас себе заберет, как его самое главное богатство. Спасает короля. Бамц. Такс. Спасает короля. А мы можем за короля? О, я королем могу управлять. Прикольно. Какое у него есть оружие? Ой, надо бежать теперь. Бежать. А, дракон нас преследует. Так, 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 так. Реально, за нами дракон гонится. Жесть какая. Бегите, ребята, бегите. Спасти короля. Главное, спасти короля. Так, бежим, бежим. О, собирать надо еще. Не забывай. Ой. Еще и бросается в нас всяким. Всякой всячиной. А, ой, поджигает, поджигает. Ой, я подобрал? Да, взял. Ну, мы как бы бежим с королевства, а дракон нас преследует. Эребор был потерян. Ну да, вы проиграли свой город, так скажем. О, эльфы пришли на помощь. Спасайтесь. Эй, помогите нам. Трамдуил не мог подвергать риску свой народ. Эльфы не пришли на подмогу. Ни тогда, ни после. Молодой принц Номал ничего не забыл и не простил. Оп-оп-оп, получено достижение. Города, сожженные дотла. Величайшие королевства Средиземья. Уровень пройден, доступен режим там какой-то. Торин молодой. Так. Траин. Балин молодой. А что, еще и старый? Трор. Это король. Трор нам доступен. Гном-стражник в доспехе. Так, 5 гномов. Что-то там еще трясется. Какой-то замок открылся. Вы можете привести новых персонажей. Пропустить. А подсчитывает мои, видимо, очки. Ну, допустим, нажмем пропустить. Вот что мы насобирали по всему итогу. А, сколько мы собрали секретов. Понял. Получен доступ к событиям Средиземья. Это еще что такое? Так, вот у нас какие-то появляются зеленые пункты на карте. И что это все значит? Уровень пройден. Продолжить сюжет. Продолжить сюжет. Пропустить 5... Не, ничего, пропускать не... Это уже мультфильм, как будто следующий эпизод, да? Птичка. Орел. И тут, мой дорогой Фродо, появляюсь я. В норе под землей жил-был хоббит. Курица крутится на вентиле. О, появились мы здесь. Хорошо. Нам обязательно нужно найти место, где тут сохраняться. Он с руки лупит. Нормально. Какой смешной. Смотрите, какой он забавный. Тут у них веселье, дискотека. А это я могу тоже разбомбить. А ну давайте сюда. Курочку мне, хлебушек. Морковки. Вон тут, смотри-ка. Могу морковки. О, морковки. Я их сейчас тут всех поразбрасываю. Морковки.
Не, ну прекрасно. О, карта есть. Появилась карта в правом нижнем углу, если вы обратите внимание. Появилась карта. Это очень здорово. Что это все про дракона говорят? Это какой-то заморский деликатес? Да-да, деликатес. В скором времени ты его поведаешь, дорогуша. Так, это мы вышли со своего дома. Я хочу курицу на вентиле разбомбить. Так, о, морковка. На тебе морковка. О, а тут что? А, это рыба. Как они классно все-таки... О, это что такое? С помощью удочки, например, такой, как у... Можно ловить рыбу на лего-пристанях. Во время рыбалки нажмите кнопку 1 или 2, когда ее коснется уменьшающийся круг. И вы выиграете солидную пачку деталек. Хорошо. Так, а как... О, подождите-ка, у этого удочка была? У кого удочка была? У тебя удочка была? Он сковородкой лупит. Покажи удочку. Это лопата есть у него. Сковорода. Это что такое? Какая-то книга, что ли? И лопата. А у тебя? У тебя вообще ничего нету. А где мне тогда удочку взять? А, нет, нет, нет. Чуть не утонул, бедолага. Подождите. Где мне найти удочку? Лодка есть еще. Давайте почитаем еще раз, кто там был нарисован. Ударим эту штуку. Бамц. Вот такая прическа. Значит, более светлые волосы. Это значит, это рыбалка у нас. А где же его удочка? Сковородкой же ж не будешь ловить. Книжкой тоже. Он, на тебе. Непонятно. Может быть, лопата? Не, лопатой тоже вряд ли уже будет ловить. Видимо, нет, где-то надо удочку раздобыть. Удочка, выходи, я тебе сказал. Выходи, подлый. Так, а мы можем, допустим, по этим вот штуковинам перепрыгнуть на вон ту сторону? Оп, могу. Прикольно, слушать, я какие-то секреты нахожу без конца и края. Так, что-то еще и собираю, какие-то синие штучки. Но это, судя по всему, то, куда мне нужно идти по сюжету, да? Но город вообще, тут можно ходить и бродить, искать секреты без конца и края. Так, видите, куда меня тянут? Походу, по сюжетной кампании мы должны сюда двигаться. На тебе. Так, куда-то нас ведут. Это что такое? Похоже на какие-то камыши. А где наш второй персонаж делся, интересно? Мы там как-то его потеряли, слегонца. Я могу тебя рубануть немного? На, получай. Он на меня не агрится за это, что я его лопатой по башке бахнул. Нормально все. Вот тут что-то ссорится, кричит у него. А не, она просто машет им рукой. Что-то рассказывает. Так. Тут что? Кто-то меня зовет. Привет, мужик. Хоббиты — существа любопытные, храбрые и веселые. Но больше всего они любят уют. Именно с этого мы начнем наш рассказ о Бильбо Бэггинсе из Бэг-Энда. Понятно. Оп, разведка. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Фродо, ты знаешь, некоторые хоббиты удивляются тебе. Фродо, говорят, ты был бы чудным. Я чудный? Я разве чудный? Я уже не тот хоббит, которым был когда-то. 60 годами ранее. О! Ой! Простите, мы знакомы? Я Гэндальф. Гэндальф — тот самый странствующий волшебник, который устраивал неподражаемые фейерверки. Все этим занимаетесь? Я ищу того, кто готов отправиться навстречу приключениям. Что, не надо, ни за что, это ни к чему. Не нужно нам никаких приключений здесь. Доброе утро. Так, не хочет приключений. Понятно. Кушать. Трапеза. Кушать подано. Что мы будем есть? Ничего себе, рыбка. Акула целая. Живая. Это кто такой? О! Двалин, к вашим услугам. На тебе, подержи. Бильбо Бэггинс? К вашим. Так, мы с вами знакомы? Нет. Так, Двалин пришел первый. Опа. Куда идти? Он уже готов? Кто готов? О чем вы? Ужин. Как это дело открыть? Нам нужен ключ. А, вот он. Открываем. А тут что? Надо ударить, видимо.
Нет? Да что ж такое? Замуровали тут все от меня. Это нужно как-то отодвинуть в сторону. Оно не двигается. Какое-то еще есть оружие? О! Это даже топор, это не подойдет. Три цифры. А, что собирает? Понял. Или он наоборот ее убрал оттуда? Может теперь получится? О! Все. Получилось. Ужин! Мы хотим кушать! О, еще кто-то пришел. Балин, к вашим услугам. О, ха-ха! Он как похож на Санту. Добрый вечер, брат. Хо-хо-хо-хо. На. Ого, на Одессу ему. Дело в том, как уж вышло, что я не знаю вас двоих. Просто нисколечко. Так, ну, не знаешь, так не знаешь, нам-то что. Главное, что мы друг дружку знаем, да? Так, тут можно что-то раздобыть. А тут что-то сияет. Книжки вон. Один. Что там? Так, тут какие-то деталечки. Двери. О! Тут что-то можно найти ценное. Тут все не поместится. Сколько вас еще будет? Пока что только двое, так что не парься. Наш всего лишь двое. Мы пройдем? А ну, Сим-Сим, откройся. Нет. Что там такое сияет? Что-то сияет в котле. А ну-ка, почистим немножко территорию. Что-то сияет. Это что ли? Тут еще есть сундук, вон. Бабц. Деньги. Что мы, собираем какую-то картину? Ага, это какой-то бонусы выполняем. Картинки собираем. На стенах их цепляем и получаем какие-то бонусы. А может быть надо другим действовать, Тодуномом? Нет, вот этим. Уйди с дороги. О, мне объединились. Почему оно сияет? О, можно вдвоем лупить, лупашить все. Тут не пройти больше. Как они здорово крутятся. О, тут можно снова картину собирать. Опа, две из трех. Сейчас мы тут все прочистим. Ой, сейчас тут порядок. О, крюк! А кто с них крюком может действовать? Клысь, крюк. Топоры. Ну, видимо, следующий гном, когда придет. А какой... Не-не-не, рассоединитесь. Ой-ой-ой-ой, я запутался немного. Хорошо, давайте... А тут мы сделаем себе проход. Так, у нас нужен ключ. Нам нужен ключик. Такого плана нужен. Какой-то такой... Где-то здесь, скорее всего, есть ключ. Что за полка такая подозрительная? Подозрительная полочка. А может мы должны что-то собрать? Доски вот какие-то есть. О, что-то под... Это секретный механизм какой-то. Вот, здесь надо будет что-то дергать. А, но у меня же нету сейчас персонажа, который бы владел такими мастерствами. Я даже не могу... О, могу. Что у тебя там есть? Топор. Булава, топор. Да и все. Как мне с этим делом взаимодействовать сверху? Хорошо, что ты сделал крюк. Это здорово. Но просто пока что непонятно, как мне туда... О, тут может быть ключ. Нету. Что-то сияет. Что-то сияет в этом доме. О, зло дерево нашел. Вот здесь что-то загадочное, да? Тут что-то вот это самое тоже подблескивает. Подозрительно подблескивает, да? Котелок. Картина. Может здесь надо что-то было собрать? Я не обратил внимания. Какая-то площадка подозрительная, да? Опа, полочка. Сейчас мы найдем ключ, спокуха. Где-то рядом. О! Еще где-то вещички поднашел. Так. О, три. Чтобы что-то... О, я так и чувствовал, что здесь что-то надо бы насобрать. Так. Вот. А ну-ка, разойтись, господа.
Извиняюсь, извиняюсь. Надо сейчас будет крафтить наверняка. Так, и что мы в итоге, интересно, соберем с этого добра? Что там? Где еще кубики не хватают? О, сейчас будем какое-то чудо техники собирать. Итого, смотрим. Детальку такую красную. Есть. Есть такая деталька. Есть. Как будто бы линза. Дальше. Next. Что-то подсобиралось такое интересное. Следующая такая-то у нас такая втулка. Есть. Потом такая вот, типа, как выхлопная труба. Есть. Длинная продолговатая палица тоже имеется. Ну, похоже на какой-то автомобиль. Ну так. Или стол с сиденьями вокруг. Непонятно пока что. Нужно вот такое крепление, как будто бы для веревки. И, соответственно, какой-то такой рычаг. Как будто бы рука. И треугольная красная штуковина какая-то. Сиденье. Похоже на сиденье. Что оно такое? Ну, наверное, стол для всех гостей, я так подозреваю. Готов. О, кто-то снова стучится в дверь. Кто стучится в дверь моя? Так, он уже накрыл стол на двоих. Пока что. Мы же помним. О, еще два брата-акробата. С батоном. Филли и Килли. К вашим услугам. Еще с кусачками. А подождите-ка, мне нужно, чтобы кто-то был с цепочкой. Осторожнее с ним, я его только что наточил. Кусачки тоже сдали. Так, взяли. Мистер Двалин. Есть еще, он сказал, здесь будет еда. И много. Что он? Он сказал? Кто сказал? Дун-дун-дун-дун. Так, для нас открылась дверь. Нужна еда. Нужна еда. Давайте нажмем на эту кнопку. Так, с помощью лука, например, такого как у... Это можно поражать стрелами лего-мишени. Удерживайте один для прицеливания, затем отпустите, чтобы выстрелить в лего. Так, мишень. Хорошо. Это что, мишень сверху? Чтобы колбасу сбить, верно ведь? Ну давай. Меняем. Лук имеется. Опять, чтобы... Ага, не-не-не. Вот, значит... Не, подожди. Вот лук. Один надо было нажать. Какую кнопку я пропустил еще раз? Нажмите... Один для прицеливания написано, да. Так. О, колбаса. Колбаски. Чикс, смотрите-ка, я нашел. Держите. Колбаса есть. Теперь нужна какая-то бутылка. Идем дальше. Лук есть, все есть. Все под контролем. Можно сыр добыть. Три. А, сыр тоже нужен. Такой, с плесенью немножко. Французский. А я его подобрал? Я не вижу. Нужно как-то его теперь туда забросить. А, один. А, что ты сделал? Что произошло? Сыр туда брось. Есть. Сбросил батон в сторону. Не знаю, но должно быть сыр, он покрылся плесенью. Ну, я об этом вам уже говорил. Ух, как мы это здорово все столкнули. Так, берем баночка. Так, это у нас похоже на коровье молоко, судя по рисунку. Чикс. Так, готово. Опа. О, не толкуй все. А вот и сам главный гость. Гендальф. Мой дорогой Бильбо, что на тебя нашло? А что на меня нашло? Я окружен гномами. Что они здесь делают? Они очень веселые ребята. Если к ним привыкнуть. Филли, Килли, Оин, Глоин, Двалин, Балин, Бифур, Бофур, Бомбур, Дори, Нори, Ори. Они где-то взяли жирафа. Я не хочу с ними к ним привыкать. Посмотрите на мою кухню. У него что, бороде, по-моему, застряло. О, медвежонка. Да, ты совершенно прав, Бифур. Тут не хватает еще одного гнома. Извините, простите, что перебиваю, но куда мне поставить мою тарелку? Ори, давай ее мне. Так, нажмите клавиша не назначена. Клавиша не назначена и клавиша не назначена. Клавиша. По мере появления нажимайте, когда увидите свечение, чтобы выиграть дополнительные... Да что же... Что за...
3. Ой, не ту кнопку нажал. Разбил. Ой. Так, еще раз. 1, 2, 3. Они танцуют. Они танцуют и тарелки подбрасывают. Я помню в фильме у этого... У Фродо чуть сердце не остановилось от этого всего дела. Этого зрелища. 2, 2, 2. Танцы, танцы. Ту-ту-ту-ту-ту. Флексят. Опа. Так, теперь эти танцуют. 1, 1, 5. Дискотеку устроили. Это мамина посуда из западного удела. Там что-то я не успел дочитать. О, бедный Бильбо. Тарелки по всей хате летают. Не ту кнопку нажал. Ой, упал на попу. Давай, давай, давай. Получится. Раз. Два. Раз. Забавно так подпрыгивает. Так, 2, 3, 2, 5, 1, 5. Ну, и куда же еще эти тарелки вы забросите? 2, 3, 1. На голове как крутит, ничего себе. Пузом, видели, пузом толкнул. Так, 3, 1, 2. Какие же они все-таки ловкие, они настоящие циркачи. 1. На спине даже. Он как футбольным мячом каким-то им. Опа, он даже не смотрел и схватил тарелку. У него запускают тарелки, а он даже не смотрит. А вот и он. Кто это? Гэндальф, это Торин. Бильбо Бэггинс, позволь мне представить предводителя нашей компании, Торин Дубощит. Значит, это и есть хоббит? Мистер Бэггинс, вам доводилось сражаться? Простите, что он создал гномы железных холмов? Мы затеяли этот поход. Нам в него и идти. Вы что, уже уходите? Далеко на востоке находится одна уединенная вершина. Одинокая гора. Когда древние птицы вернутся в Эребор, правление зверя закончится. Какого зверя? Дракона Смуга. Не видели? Вот уже 60 лет. Возможно, несметное богатство нашего народа сейчас никто не охраняет. Главные ворота запечатаны. Прохода в гору нет. А вот здесь, мой милый Балин, ты ошибаешься. Если есть ключ, должна быть и дверь. Ответ точно скрыт где-то на этой карте. Дело, которое я задумал, требует от всех скрытности. Поэтому нам нужен вор. Причем отменный, мистер, я бы сказал. Хоббиты передвигаются удивительно бесшумно. Если дракону уже известно, как пахнут гномы, то запах хоббита ему совершенно не знаком. Дайте ему контракт. Нет, 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 нет. Все как обычно. Перечень карманных расходов, сроки выполнения, вознаграждение, распоряжение о похоронах. О похоронах? О, он в обморок упал, бедолага. Ну, похороны — это не самая хорошая вещица, если с ним случится в этом приключении. Нежданное угощение. Уровень пройден. Доступен там какой-то там режим. Бильбо Хоббитон. Доступен новый персонаж. Бильбо. В общем, тут наверняка сейчас будут все гномы появляться, которые... Гэндальф нам даже доступен. Мы сможем, неужели... Мы сможем даже за здоровенного волшебника играть. А если нажму какую-то кнопку? Мы это пропустим дело. Ну, понятно, что там они сейчас все появятся. Просто интересно... Уже next, next, next. Так, получен доступ к событиям Средиземья. Хор... Ух ты, господи, сколько там точек появилось много. Зеленых. Что это на все значит? Пока не знаю. О! Медвежонок. О, спит, спит. Проснулся, контракт у него прилип к волосам. Видимо, волосы не совсем свежие, возможно, даже жирные. Так, отлип твой. О, еле оторвал, бедолага. Так, нет, ну ваш контракт, не хочу. А это его дед, видимо. О, как он этих орков лупит. Как они написали, как шрифт сделали, везде конструкторы вместо текста. Конструктор, 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 конструктор. Медвежонка выбросил. Вперед, навстречу! Я спешу навстречу приключениям! Кто это там вдруг его встретил? Мой дорогой друг, я ни на секунду в тебе не сомневался. Так, похоже, что да, похоже, что да. О, за Гэндальфа могу. Бамц!
Следуйте за подведением детальками к следующей цели. Будет также отмечен на мини-карте. Хорошо, как сохранится. Сюжет. Режим свободной игры. Что это означает? Величайшее королевство Средиземья. Нежданное угощение. Тут нельзя сохраняться сейчас никак. Это карта, это понял. Дымоход. Как сохраняться в этой игре? Вот я помню, что, что у нас было какой момент? Продолжить. Ой. Я даже теперь продолжить сюжет не могу. Могу. Вот я нахожусь. Вот знак вопроса какой-то. Вот этот значочек. Ладно, сейчас подумаем. Сейчас посмотрим все. Как Гендальф дерется. Ух ты, он колдует классно. Он как будто бы каким-то фаерболом лупит. Мне нужно идти сейчас по этим вот штучкам. Чик-чик-чик-чик-чик. Плохо, что тут нельзя просто взять и сохраниться. И ты не знаешь, я сейчас выйду, и у меня сбросится весь мой... все мое прохождение. Я куда-то спрыгну. Что-то такое. Это ярмарка какая-то. А, здесь нужно было рыбачить. Точно. Может быть, конверт? Это и есть сохранение? Было бы здорово. На той стороне, что ли? Что мне эта штука скажет? Нажмите 5 рядом с причальной лодкой, чтобы запрыгнуть в нее и пересечь водное пространство. Давайте пробуем. Так, ух ты. На лодке могу плавать. Ну классно же. Боже, как они тут все реализовали классно. Так, а мне нужно на ту сторону как-то выбрать. Какой-то конверт есть. А! Подожди, подожди, подожди. А, меня почему-то выбросили сюда. Ты не пройдешь. Подскажи мне, как тут сохраняться лучше. Как мне сейчас сохранить игру? Я не могу понять вот этот момент. Техно, как сохраняться? Вот я пока что бегу себе по этим штучкам. По сюжету, типа. Я не играл. Понятно, все с тобой. Но я пока бегу. Бегу, бегу, бегу. Бегу, бегу, бегу. Это можно бахнуть. Посох. Могут разрушить волшебное сияние Лего. Понял. Могу разрушить, значит. Ух ты. Что-то разрушил. Что это за пещера такая? Такое углубление странное. Ух ты! Да-да-да. Вот это он, конечно же, жахнул. И куда же мне так надо бежать? Далеко? Конверт там нарисованный какой-то. Что этот конверт обозначает? Я пока не знаю. Знак вопроса какой-то вон есть. Какие-то двери. Речка. Ну пройдемте, пройдем, посмотрим. Вот это похоже на какой-то обелиск. Можно метать снаряды. Какие-то... Ага, можно стрельнуть вверх. Так, хорошо. Допустим, ты можешь стрельнуть с рогатки. О, удочка появилась. Ранее у нее не было. Но удочка может лупить. Так, подождите-ка. Куда мне нужно бежать, если так по-хорошему? Тут знак вопроса какой-то. То есть какая-то секреточка, что ли? Опа, грибы. Опа, можно даже прыгать. Так, что-то мы нашли с вами. Что-то такое. Надо поэтому жахнуть. На каком-то там сидит каменная птица, весь... Чего?
Что я могу с птицей с этой сделать? Но! Не, ну переключаться это... А, вон птица сидит на дереве. Их надо сбивать, наверное, рогаткой всех. Так, а это что такое? Что за таинственное место такое я нашел? Внизу какой-то проходик. Ой, кто-то свалился. Ой, только нам сейчас не упал в воду. О, меня нашел мой дружбан. А какое-то есть еще другое у него оружие? О, походу по этим кускам лего можно прыгать. Проснем. Ой, тонем, тонем. Нет, я выпрыгнул. Так, оп. Опа, двери открылись для меня. Я что-то нашел. Пещера. Вау. Разбомбим немного. О, это мне не под силу. И это тоже. Это что такое? Возьмите лопатку, нажмите 3, чтобы вырастить растение из лего-саженца. Тут что-то можно... Слушайте, я не знаю. Я не знаю, где тут сохраняться. Это моя главная проблема. Если вы вдруг знаете, подскажите мне, пожалуйста, каким образом... Я не могу найти никаких-то памятников, ничего не могу найти. Но на этом мы будем, наверное, завершать, потому что ролик получился и так огромнейший. Я просто надеялся, что я все-таки найду место, где можно будет меня сохраниться. Искренне надеюсь на то, что все-таки мы сможем продолжить с этого же места. Примерно хотя бы. Тут нет никакого сохранения. Поэтому, пожалуй, на этом все. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока.